Ну вот, ребятки. Клоун наш маленький. Так, ну-ка, мама должна немножечко переделать. Конечно, большеватый чуть. Ну, ничего страшного, да, я ему переделаю, еще по нему сошью, да, вот так вот, с капюшоном, скажи, ну, это дождевичок, да, скажи, на холодную погодку. А ну-ка, ребенок. Ну, да, ну-ка, давай капюшон оденем. Давай, ну, что ты не даешь? Вот, смотри. Ой, ты балдёзный. Вот будешь гулять ходить, когда дождик будет. Будешь ходить гулять. Да, ты как думал? Чтоб дождь не замочил. Он, а кто там? А кто там такой? А, Барнюшка, это ты, что ли? Принц. Это принца так приодели. Это кто там так? Он в зеркало смотрится. Это ты такое? Скажи, мама, это ты такое? Давай, капюшон надену. Вот здесь вот, видите, он ему большой, на лаймочку все-таки. Ну, ничего страшного. Мама, скажи, сделает. Мама же, скажи, шьет. Мама умеет все. Мама сделает, скажи. Да, мама сделает. Хотя теперь я буду знать, какой его размер. Это Элька на лаймочку. Скажи, ну, есть такой маленький, мама, ты что так большой это заказала? Ну, ребенок теперь все. Да, вольно. А куда капюшон схватил? Ну-ка. Вот так вот на головку и все. Ему непривычно, он же в одежде ни разу не ходил. А что такое мама одела? Скажи, ну что такое мама? Ты что, с ума сошла, что ли? Ты куда меня нарядила? Вот привыкай давай к барской жизни-то. Шубы, пальто носить, плащики. Ой, барончик ты наш. Привыкай, давай. Да, скажи. Ты наш барончик. Ай, довольный. Да, ему нравится. Посмотрите, как он шагает. Да ему нравится. Барнюш, иди к маме. Чуть-чуть такой побольше, да? Ну, ничего страшного, я там подделаю. Видите, сразу же не приугадаешь. Муха, что ли? Муха там. Видите, привыкает он. Ой, что мама купила? Барончику, что мама купила? Мама скоро тебе сама будет шить. Теперь буду знать. Этот ушью немножечко переделаю, да, проблем нет. Все. Ну все, ему теперь классно, он даже снимать не хочет. Он снимать даже не хочет. Скажи, а что это я буду снимать? Солнышко, у нас скоро гулять пойдем. Вот как дожди начнется, и будем мы с тобой так ходить. Да, а что ты думал? Еще шубка будет, пальтишка будет, курточка. Вот папа говорит, надо и башмачки, наверное. Кто-то муха, да? Ну, ничего страшного, пускай она поживет немножко, да, Барнюшка? Иди сюда ко мне. Пускай к маме. А, не, все, муха заинтересовала. Все, его что-то, если заинтересует, это бесполезно. Это бесполезно, скажи. Нюшка, красавчик! Красавчик! Ах ты! Нравится. И что, ты за мамой бегаешь, а, Барни? Все, красота. Здесь вот это вставляться будет поводочек, за что брать. В общем, хорошенький. Все, я довольна, видите? Вот так вот. Классный. Карманчик. Можно эти положить, мешочки для туалета, если что. В общем, здорово. Все. Все, Барнюшка одетый. С этой стороны на липучках, да. Но это ничего страшного. Даже если что-то случится, капюшончик, то я всегда могу что-то сделать, переделать без проблем, да. Видите, такой подкладик тоненький. Но это вот, знаете, на дождливую погоду. Чтобы он не мог, допустим, если дождик. Все будем мерить, примерять. Ну, ребенок будет красивый мальчик. Так вот. Я довольна. И потом я... Посмотрите, какая прелесть. Открыла с капюшончиком. Мне кажется, он чуть-чуть великоват будет на блоемочку. Ну, ничего. Если что, я могу всегда ушить, все сделать, да.
Хороший. Смотрите, как сделанный. Интересно. И теперь я буду знать, да? Здесь вот кнопочка, тут что такое? А, здесь поводочек, наверное. В общем, я одной рукой... Да, сейчас мы его откроем. Вау, смотрите, какой классный. Вот, поэтому я и выписала, чтобы посмотреть, но только чтобы он был хороший. Мы сейчас померяем, посмотрим, чтобы он небольшой был и не маленький. Ну, не угадаешь, понимаете? Я вот не помню, какой размер, по-моему, Эльку выписала. На коробке не написано размер. Не написано. Ну, потом посмотрю. Стирать можно, гладить нельзя. Ну, потом посмотрю. Ой, какой классный. Сейчас надо будет открыть и посмотреть. Распаковала. Смотрите, какая коробочка классная. Это вот этот дождевичок пришел. Класс, класс, класс. Сейчас мы его откроем. Получила я посылочку, я ему выписала. Я не знаю, что, или дождевичок пришел, или такой, как не пуховичок, а как его, такой пальтишка. Ну вот я хочу посмотреть, как это все сшито, и потом по нему это. Потому что ни разу я собакам не шила, даже не имела представления. Конечно, это не проблема выкройку там сделать, но хочется все равно так, знаете, ну, приложить, там посмотреть, это все такое. У нас, ребята, тихий час. Один в одном углу, другая тут. Или наоборот бывает. Она там, а этот здесь. Вот так вот мы. Да, Майка? Ты спишь или не спишь? Или притворяешься спящей девочкой? О, Маечка. А этот здесь. Е, дружок. Ой, камера у меня. Это у тебя маленький, что-то глазки красненькие. Спи давай, спи. И ножку сразу мы оттопыриваем. И ножку сразу мы оттопыриваем, да? Ты сладкий. Ой, ты сладкий мой. Ой, ты сладкий мой. Ой, какой хитренький. Да какой он хитренький. А, какой он хитренький. Дядя, ладно, спи, мамочка не трогает. Спи, мой сладкий, спи. Лапочки кверху. Это тоже подружка сразу увидала. Ой, ревнивая. Но она, знаете, еще боится. Вот вроде подходит, хочет. Даже корм, смотрю, валяется здесь. Но они играют, там мячик, он, этот корм, ну, это выходит, да, из этих, из дырочки вываливается. Она все равно боится. Вот, знаете, вроде подпускает, все вроде как. Только он там это, она сразу убегает, сразу вот боится. Такая трусливая кошечка у нас. Да, скажи, больнючка. Хитрюнчик мой маленький. Ребята, я вчера ходила к врачу, я уже там где-то записывала, да. Ну, в общем, поставили кошечке укольчик, дали мне с собой еще укольчик, потом в шприце мне дали такой тоже как жидкость, я должна в ротик. Но это целая проблема. Я мучилась, ни в какую, я вот залила так сбоку, да, они выплевывают, короче, это... В общем, не знаю, посмотрим как. Хотели оставить у меня кошку, я не стала оставлять. Говорю, я сама, говорю, сама, говорю, и уколы могу делать. Я дома сама, говорю, полечу. Вот. Вот у Маечки вроде все нормально, не знаю. Ну, посмотрим, что дальше. Вы знаете, скорее всего, проблема из-за цветов. Придется мне там некоторые цветы выбрасывать, убирать, не знаю. Потому что они ядовитые. Вот они их кушают и рыгают вот этим вот, понимаете. В общем, анализы вчера тоже взяли там, ну, в попке там, все такое. Посмотреть, вдруг там что-то у них, какие-нибудь эти, ну, паразитики. Хотя я их глистую постоянно. Так, что еще? И, знаете, я поливаю цветы, я добавляю удобрение. Но удобрение такое я вам покажу. Там, как сказать... разрешается и кошкам, и собакам, если они вдруг там это попробуют, что это ничего не будет им, понимаете? Но все равно вот эта водичка в поддонах, она стекает, и дождь идет иногда, и, понимаете, они подходят и ее пьют. И вот это плохо, хотя у них всегда стоит чистая водичка, я постоянно наливаю, я слежу за этим, понимаете? Не так просто, что это... Вот они же у меня выходят только погулять, опять домой потом... Вот так вот бывает, видите. Теперь мне надо все там убрать. Такая, я думаю, что выпускать, наверное, не буду. Не знаю, хотя они мне привыкшие гулять. Погуляют, побудут там, бывают и по два, и по три часа. Они не хотят даже заходить. Сейчас тем более вот погодка, солнышко. Вот, в общем, такие проблемы. Я думаю, что это устаканится все, надеюсь, конечно. Ну, в общем, какое-то такое пищевое отравление. Не пищевое, а вот такое отравление, скорее всего, зеленью. Ядовитое какое-то.
Надо пересмотреть. Я не знаю, но мне так жалко цветы выбрасывать. Ну вот, тихий час у нас. Спим мы, ребятки, спим. Так, хотела немножечко вам кое-что сказать. Вчера я видео сняла о своей уходовой косметике, о кремах. И мне задали вопрос, где я покупаю, на сайте, на каком. Я, ребята, выписываю на сайте Douglas и на сайте Flaconi. И покупаю также в Douglas и в магазине. Я не покупаю на Амазоне, потому что я, ну, я знаю, что там может быть и как бы не совсем, ну, может быть, не знаю, подделка или что, я не буду утверждать. Ну, так многие говорили, что лучше не надо, лучше в профессиональных магазинах. Вот они у нас когда закрытые были, да, нельзя было ходить, все такое, да, я выписывала на сайтах. А вообще сейчас магазины открыты, я могу ходить. Но Flaconi — это сайт, это вот такой сайт, сейчас вам покажу. Вот видите, вот это вот Flaconi. Здесь можно выписывать, вот у меня даже можно проценты, да. Вот я тут выписываю, 20% можно дешевле взять. Вот у меня номер специально, штрих-код стоит. Вот, ребята, поэтому выписываю. Я не покупаю так, где попало. Я хочу, чтобы это, если деньги плачу, чтобы это было натурально. Девочки, на этом сайте я покупаю крема свои. Посмотрите. Вот они. Это вот фирма. Меня спрашивали, посмотрите. Это в Германии. Ну, это как, я думаю, сайт это, ну, как по Европе. Кто в Европе живет, да, может заказывать. Вот. Ну, тут разная косметика. В общем, вот здесь я покупаю, да, это вот, вот эти крема, тут и Lancome. Ну, это Douglas сайт. Тут все-все можно купить. Ну, как все есть. Что вы хотите. Тут крем был Sensai, а это Clarins. Такой вот. Вот и цены. Я вам показываю, тут то же самое, идут они. Ну, в принципе, их показывают, что, ну как, они смешанные, да, не только один там крем, такие вот. Вот наши цены, смотрите. Если кремик подешевле, он и стоит подешевле. Если дорогой, вот он, у него цена, посмотрите, какая, 200 с лишним, и 150. И 120, 56 есть. Ну, разные цены. Смотря какую, для чего, да? Для какой кожи разные можно выбрать. Марка, вот здесь нажимаю, выходят марки все. Что мне надо, я выбираю, да? Вот. Любая марка выходит. То есть не марка, а бренд, да? Бренд. Вот это вот. Видите, разные. Тут и духи, и парфюм, все есть. Я не знаю, в России есть вот эта марка. Не марка, а Douglas, то есть, ну, бренд вот этот вот, как на сайт. Ну, я не знаю, у нас в Германии есть, да. Но я думаю, что и в других странах. Вот выходит постоянно, что у них там они предлагают. Вот так вот. Тут тоже сайт Flaconi. И тоже здесь я выписываю. Здесь и духи, и крема тоже, чего только нет. Все, они предлагают, мне присылают всякие ангиботы. Тоже крема, духи. Все-все здесь есть. Очень хороший сайт, мне очень он нравится. И я его узнала, знаете, от кого? От Королиши. Она много там тоже выписывала. Я тоже заходила, ее смотрела, и вот... Стала тоже, вот, зарегистрировалась и стала тоже выписывать. Очень хороший, мне нравится. Здесь ангиботы хорошие, предложения хорошие. В общем, все хорошо.